Приколоченные деревянные доски не спасли эту бетонную плиту от падения на технический этаж. Видимо, представители управляющей компании выбрали заведомо бесполезный способ текущего ремонта. Как пояснили жители дома номер 25, корпус 3 на улице Зубковой, затопление 9-го этажа здесь происходит с 2010 года. Жильцы регулярно обращались во все инстанции, жаловались на гниющие перекрытия. Их не слышали. Писали неоднократно. У нас уже пишут не только председатель, уже пишут просто все жильцы. И у нас текло и текло. У нас в этом году вообще был потоп на крыше. Это все 9-е этажи, вот все квартиры, без исключения. Капитальный ремонт кровли этого дома намечен на 29-й год. Текущий никто толком не делал. В результате люди справлялись с проблемами самостоятельно. Вот эти вот приспособления сделали сами жильцы для того, чтобы уберечь свои квартиры от затоплений. Подобные водоотводы установлены по всему техническому этажу над каждой квартирой. И если предотвратить попадание воды в квартиры как-то стало получаться, то разрушение бетонных перекрытий никто не отменял. В результате одно из них рухнуло ранним утром 15 апреля. Сегодня в районе 6 часов очень сильно трясло дом. Вот, и уже буквально утром мы узнали о том, что у нас обвалился во втором подъезде на 9-м этаже то ли стена, то ли крыша, мы не поняли. Да и сами жильцы последних этажей также не сразу поняли, что происходит. Однако у одного из них в результате ЧП откололся кусок потолка на балконе, где планировался ремонт. Хотел балкон делать, теперь я не знаю, буду делать или нет, потому что вот отсваиваются. Я сейчас сделаю, деньги вложу в это, и все упадет. Я огорчен, за что я деньги плачу. Что, вот так вот на пороховой бочке жить? Придешь домой, ляжешь спать, а тебе просто завалит. В соседней квартире, прямо над местом падения плиты, ранним утром на диване отдыхал сын Татьяны Дмитриевой. Он у меня психически больной человек. Он боится сюда заходить, вообще в квартире. Он стоит около двери. Как, где я его положу? Он вообще боится ночевать в квартире. Если тут вот рухнет, то вся квартира рухнет. Что мне делать? На этот вопрос, как и на многие другие, нам ответили в управлении энергетики ЖКХ города. Угрозы жизни нет, но если такие, как бы вот прям вот действительно вот эта фобия страха, наверное, присутствует, он может обратиться к нам в соцзащиту, и ему может быть предоставлено на определенных каких-то условиях там на время вот этого возможного ремонта. Как пояснили в ведомстве, ремонт перекрытия продлится около 2 недель. Заместитель начальника управления ЖКХ добавил, что управляющая компания своевременно отреагировала на обрушение плиты, а экспертная организация обследовала место ЧП и подготовила проектно-сметную документацию на аварийно-восстановительные работы. Подрядчик завтра выходит, делает, значит, купол для того, чтобы атмосферные осадки не проникли вниз на этажи, все 9. Вот, будет плита эта демонтирована, и монолитом будет сформирована новая плита и усилены те плиты, которые рядом. Управляющая компания договор с ним заключает, и все необходимые проектные решения уже получены. Да. В свою очередь, председатель многоквартирного дома еще в начале этой недели обратилась в прокуратуру, чтобы ответственные организации привели технический этаж в порядок. У меня там, понимаете, происходит ночью какое-то движение плит. Вот я не знаю, что там хресь. Это ночью вот происходит. Такой вот какой-то стук, вот треск какой-то. Я боюсь. Мы уже в аварийном состоянии. Мы просто боимся, правда, спать уже боимся, что что-то, что-то рухнет и накроет этой плитой. Быть может, камера не передает всего того, что происходит на техническом этаже, но здесь невооруженным глазом видно, что эта стена находится под наклоном в сторону улицы. Жильцы считают, что и стены на техническом этаже скоро могут сложиться. Переживая за свои жизни, граждане планируют вновь обратиться в прокуратуру, если должного результата не будет. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».